Водка – весьма душевный и порой очень недешевый напиток, состоящий в большинстве случаев из воды и этанола. А с 2000 года на прилавках стали появляться непомерно дорогие ультрапремиальные бренды. Итак, это топ-10 самых дорогих бутылок водки в мире. Водка Элайза, усыпанная кристаллами Сваровски за $2000. Эта водка была создана в ознаменование Дня Святого Валентина в 2007 году. Напиток позиционировался как лучший подарок, который вы можете сделать любимому человеку. Внутри гламурной бутылки коктейль «Роз Элайз», состоящий из коньяка, французской водки, личи, клубники, розы и маракуйи. Водка «Императорская коллекция» «Супер премиум» за $2400. У бутылок, в которые разлита эта водка, весьма привлекательный дизайн. Позолоченный орел сидит на яйце Фаберже, в котором находится графин с напитком. Причем изготовлено Фаберже вручную. Столичная «Элит с Гималаев гор» за $3000. В этой водке чистейшая вода из скважин в горах Гималаев и зерна русской озимой пшеницы. Бутылки выдуваются из стекла вручную, а в комплекте прилагается золоченый нож для колки льда. Водка Иорданов за $4353. Эта водка сделана на основе чистейшей родниковой воды из отдаленного уголка Северной Европы. Бутылка инкрустирована 14 тысячами кристаллов Сваровски. Водка Овал с кристаллами Сваровски за $6922. Дизайн и изготовление этой бутылки полностью принадлежит компании «Овал Водка». Водку в такой элегантной и уникальной емкости выпускают в ограниченном количестве. 7000 кристаллов Сваровски украшают бутылку, а найти такой эксклюзив можно только в ночных клубах очень высокого класса. Водка «Бельвербирс» от «Бельведер» за $7240. Эта водка с необычным названием была произведена для продажи во время Каннского кинофестиваля во Франции. Только некоторые VIP-персоны получили шанс попробовать этот дорогой напиток из очень ограниченного выпуска. Русско-балтийская водка за $740000. Эта водка особо ценится, потому что изготовлена по старинной рецептуре. Это прекрасное сочетание внешнего дизайна бутылки и ее содержимого очарует любого, кто ценит вечную классику. Водка Дива премиум. $1 миллион. В свое время это была самая гламурная водка в мире. Напиток презентовался как самая чистая водка, прошедшая тройную фильтрацию и очищение драгоценными камнями. Водка произведена с использованием чистейшей родниковой воды, отфильтрованной с помощью льда. В центре бутылки вы найдете множество драгоценных камней. Последний штрих к цене добавляет алмазный песок и березовый древесный уголь, также используемые при производстве напитка. Новая русско-балтийская водка – $1,35 миллиона. Создателем напитка является отечественная автомобильная марка «Руссобалт». Емкость, в которую разлит этот дорогой напиток, отражает изящный классический дизайн автомобилей марки «Руссобалт». Водка «Ля Биллионер» за $3,7 миллиона. Дизайнер бутылки для этого напитка – компания эксклюзивного дизайна «Леонверс». Водка проходит очищение драгоценными камнями, а бутылка украшена более чем 3000 алмазов. Ну что ж, на этом у меня все. С вами был профессор Гуглов. Увидимся.